Пара слов о пиаре, продолжаем видеоблог. Сегодня поговорим о том, кто же такой публичный пиарщик. Публичный пиарщик – это вообще нонсенс. Это то же самое, что известный кукловод. Какая разница зрителям в цирке, кто кукловод? Главное, чтобы играли хорошо куклы. Какая разница ребенку, кто написал сказку? Главное, чтобы персонажи были реальными. Какая разница, кто помог разместить в газете или на телевидении интервью с тем или иным человеком? Какая разница, кто это был из пиарщиков? Красивый, некрасивый, привлекательный, непривлекательный. Главное, чтобы клиент и герой репортажа был хорошим. Вспомним, кто знает пиарщика Барака Обамы? Кто знает хотя бы его пресс-секретаря? Я не знаю. Навскидку. А кто знает пиарщика пресс-секретаря и того и другого у Дмитрия Медведева? Кто знает пиарщика и пресс-секретаря у Владимира Путина? Кто знает серого кардинала российской политики? Их знают все. Мне кажется, так быть не должно. На первой полосе клиент, пиарщик, в выходных титрах в лучшем случае. Поэтому публичный известный пиарщик – это оксюморон. Старайтесь, чтобы было видно ваших клиентов, а не вас. Я сам не знаю, что я делаю. Зачем я здесь нахожусь? Черт, пойду прокачусь по ночной Москве. Подумаю над этим.